Всем доброе утро, ребят. Только проснулся, вчера стримец уже не запускал, потому что приехал уставший, так, побегал, дофармил. Думаю, сегодня, если все успею, сегодня с вами поиграем во что-то. Так, ну а у нас обзор утренних акций. Я еще не проснулся. Плюс мы с вами посмотрим, угадал ли кто-то Овника. Там я почитал, там ною, там это нереально, это не то, блядь, нереально, не участвуйте. Я вот сделал, вот, мне просто интересно, угадает кто-то или нет. В чем тут реально, нереально? Не хотите, не участвуйте, это ж никто никого не заставляет. Какие-то сампляжуи, блядь. В общем, поехали. Что у нас интересного есть? Посмотрим сейчас на английском и жмакнем, посмотрим, угадал ли кто-то. Так, жалейки. Ну, в принципе, ведьмочка. Надо, кстати, глянуть, сколько у меня там ведьмы осталось. Ну, халявных 100 кулаков. 100к. В принципе, это неплохо. За Веревульфа. Такс. Что у нас еще интересного есть? Коллекционер, дискаунт, наверное, тот же. Да, дискаунт тот же. Че по рынку интересного? 400. 2000. Ну, 2000. Ой, себе. Мэри. Мэри Зефир за полпака, пожалуйста, и две эмблемы 10 левела, неплохо. Так, тут у нас все понятно. Вот, кстати, посмотрите, как на английском за 10 баксов. Огник, космо, оккультист. Вообще супер. Так, лис. 10 эмблемы. Надо по чуть-чуть начинать собирать пыльцо. Так, есть накопление. Ну, накопление 50 карт. Амикроки. 500 кристаллов. В принципе, тоже неплохо. Так, что там по архе? Будем сегодня пить его. Магическая лаборатория. Кстати, сегодня последний день, надо будет позабирать. Так, Фортун Хантер. Настолочка. Вот такая же, как и в прошлый раз. С махатмушкой. Так, три камешка отхватили, то, что надо. Окей, поехали на русский сервер. Сейчас там жахнем. За 450. И посмотрим, кто у нас угадал или нет кто-то. Так, ну английский что-то такое себе. Сегодня ничего интересного нет. Шопинг-спри надо. Так, что у нас тут есть? Русский сервер. Ну, Феникс, Вольт за минимальный пак. Ну, блин, стоит ли вот это вот Скиталис 780? Конечно же, нет. Вторые сумки Зефира за полпака. Набор месяца. Землеройка. И сегодня один плюс один есть. Ой. Пишите, будь здоров. Да, все-таки угадал. Есть один плюс один. Выращивай. Волшебная кузница, цветущая, разбей, сокровищница. О май гад, сколько всего. Даже настолка есть. Поехали посмотрим, что настолка. На русском сервере нам скажет. Один пазлик прям. Прям один пазлик. Что мы за один пазлик возьмем? Вот так вот.
Такс, хорошо. Колесо удачи. Нету, кстати, коллекционера на русском сервере. Вот. Очень странно. Что-то они реально прям давненько уже его не запускали здесь, на английском сервере. Уже по два, по-моему, неделю, если я не ошибаюсь. Видите, нам череп с бесплатки пришел. Так, окей. Ну что, поехали. За 450 жахаем. Посмотрим, кто-то угадал в комментариях или нет. Бум! Оборотень, палач и циклоп. Ну, набор, конечно. Я понимаю, что это сложно угадать, но это дополнительная акция на удачу. Вот я не понимаю, в чем проблема написать три слова, блядь, сделать условия и, ну, и свой коммент и получить на халяву героя. Просто не понимаю. Такс. Окей. Окей, с этим разобрались, поехали. Оборотень, палач и циклоп. Сейчас я открою комментарии. Так, нам надо... Видосик, халявный полярный лис. Так, есть. Берем с початку вещи и листаем самый низ. Будем с самого низа смотреть. Так, понятно. Отсюда мы не посмотрим. У меня есть видос, давайте отсюда. Ну, я показал, что комментарии все открыл. Да, тут видите больше. Так, упорядочить сначала новые. Так, что у нас там было? Оборотень, палач и циклоп. Чик. Оборотень, палач, циклоп. Просто некоторые ребята участвуют в десяточке, говорю, еженедельки. Палач. Кто-то угадал палача. Оборотень. Дед Мороз, Тритон. Слизь, палач, шаман. А у нас палач, оборотень, циклоп. Очень близко. Ведьма, мрозница, панда, циклоп, шаман. Протище почти. Оборотень, видите, студеный, ледяной дьявол. Рыцарь тьмы нет. Слизь, ниндзя, бочка нет. Ладен, невидимый тритон, оборотень, палач. Вот смотрите, Георгий, оборотень, палач и циклоп. Вот тритон вместо циклопа. Вот, почти угадал. То есть, как видите, палач, два кристаллических, циклоп. Видео в 1400, заранее спасибо. А какой смысл 1440, если на телефонах, наверное, 90% нету такой раздельной сдатности. Так, волк, ледяной дьявол, тритон, оборотень. Ну, видите, очень близко есть, ребята, почти слизь, шаман. Почему все пишут героя? Палач, змея, бочка. Слизни, участвую в еженеделька. Вот вы же участвуете в еженедельке. Это что же участвовать? Напишите просто троих героев под этим видосом и все. Это нереально угадать хотя бы одного из трех. Ну, двух угадали. Экватритон, привет. Кристаллическая бочка завтра. Бочка студии фараон. Алхимик, панда, оборотень. Оборотень, ведьма, слизнь, ангел, оборотень. Это нереально. Почему нереально? Это все реально. Тритон, кристаллический
Мы просто постепенно по ходу вот этой вот акт, ну, по ходу этого конкурса будем с вами повышать ставки. Чем больше, тем лучше. Будут не угадывать. Участвую синий слизень. Циклоп, студеный шаман. Металлический панда. Кучка. Андрюха тоже не угадал. Как же так? Слизь, паладина, шаман, палач, ангел. Это бред тут, а на акции ты погонишь. Ну вот так вот, ребят. То есть один человек два с трех угадал. То есть я надеюсь, завтра оно все продолжается. То есть под этим видосом, который вы сейчас увидите, пишите комменты завтрашнего моего по 450, и я надеюсь, что кто-то угадает. Шансы есть, это просто вот чисто по фану, знаете, вот как вы играете, идете в лотерею, в магазин, там, не знаю, какую-то лотерею играете, вот типа того, просто проверить удачу, угадать. Ничего сложного, сверхъестественного нету. Просто дополнительная акция. Так, наборчик за один самоцветик. Как это я? О, давайте посмотрим. Мы так и не посмотрели все акции на русском сервере. Так, набор за сам. Накопление. Здесь есть фон. Камешки. Ну, здесь накопление на русском довольно-таки неплохое для начинающих. Сундуков дают. А так такое себе. Так, и поехали Тайваньку чекнем. Что у нас на Тайваньке есть интересного? Это чисто вот по кайфу потрешивать, поугадывать. Думаю, ничего сложного нет. Такс. Поехали. Поехали, поехали, поехали. Бардик. Вот бард реально крутой. Я вчера сделал сборку, показал. Он просто нереально офигенный. Так, лис, 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 лис. Что такого? Это... Здесь вряд ли что-то менялось. Не, что-то поменялось. Что-то нам добавили. New ход. Сейчас посмотрим, что это за new ход. Понятно. Все с вами понятно. Тратище и настолочка. Я говорю, настолочка, островок. В общем, такие вот дела, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Смотрите, Асурик из бесплатки. Всем удачи, всем пока.